Кира. Мороженое, вкусное мороженое. Подходим, не стесняемся. Привет, Сёма. А не слишком ли холодно малёсенью зимой есть, когда снег идёт? Вот ничего и не холодно. Мороженое очень полезное. Снег-то вы едите зимой? Едите. И мороженое можно. Привет, ребята. А чего вы здесь делаете? Ой, Сёма, ты что, малёсенье продаёшь? Привет, подлюська. Сёма, Сёмася Сёль, он продаёт холодное малёсенье зимой. А вообще-то мороженое горячим не бывает. Мне что, его разогреть надо? Ну нет же, зачем же малёсенье греть? Я имею в виду, что зимой его кушать нельзя. Так мама говорит. Виолетта, если не хочешь покупать мороженое, иди тогда отсюда. Ты мне покупателей только будешь распугивать. А я хочу малёсенье. Сёма, какое малёсенье у тебя есть? У меня самое вкусное мороженое. Клубничное, шоколадное, сливочное. Ну и ладно, а я пойду ёлочку посмотрю лучше. Сёма, можно мне, пожалуйста, клубничное малёсенье, моё любимое? Хорошо, а у тебя денежки есть? Ну, конечно же есть. Вот, возьми, пожалуйста. Ух ты, мой первый заработок. А вот и твоё мороженое клубничное, самое вкусное. Обожаю малёсенье. Спасибо, Сёма. Пока. Пойду ёлочку посмотрю. Хоть заработаю себе на подарок к Новому году. Всем приветик. А вы не хотите малёсенье покушать? Сёма продаёт. Ну, нельзя же кушать малёсенье зимой. Потом горлышко будет болеть. Ух ты! А я хочу малёсенье. Я люблю малёсенье. Пойду куплю у Сёмы. Я тоже буду покупать малёсенье. Шоколадное, моё любимое. Вместо снега будем кушать малёсенье. Вот сейчас найдётся эти глупые дети. Малёсенево все болеют, и потом будет нормальных залезать. Привет! Привет, девчонки! Хотите мороженое? Я хочу сливочное малёсенье. А я обещаю шоколадное. Клубничное малёсенье хочу. А у вас денежки есть, чтобы вкусняшки покупать? Есть! Сначала деньги, потом товар, а то я знаю вас, обманете еще. Другой разговор сейчас принесу. Наконец-то! Сейчас как налопаюсь самого вкусного малёсенного в мире. На самом деле, самое вкусное малёсенное – это шоколадное. Ну нет, самое вкусное малёсенное – это клубничное. Нет, это сливочное. Да нет же, шоколадное. Ну нет, это клубничное. Девчонки, ну хватит спорить. Идите давайте под ёлку. Вы мне всех покупателей распугаете. Моё мороженое – всё самое вкусное. Ну и сумные эти девчонки. Мороженое, продаю мороженое. Подходим, не стесняемся. О, малой, привет. А ты чего это здесь делаешь? Мороженое, что ли, продаешь? Зимой-то? Продаю. Самое вкусное мороженое в мире. О, ну классно. А не угостишь меня? У меня денежки есть. Да, не вопрос. Деньги вперед. Пожалуйста, бери! Сейчас принесу мороженое особенно вкусное. Ну, мелкий, совсем ничего не понимает. Фальшивые деньги ему дал, а он мне мороженое даст. Вот, держи, Макс, твое мороженое. Так оно же не настоящее, Сёма, ты чего?
А какие деньги, такое и мороженое. Ты мне фальшивые деньги дал. Думал, что я дурачок какой-то, не пойму ничего. Сёма, ну ты чего? Я же пошутил. Это я так тебя проверял. Поймёшь ли ты, где настоящие деньги, а где нет, чтобы тебя никто не обманул. Да-да. Да, конечно, так я тебе и поверил. Ты меня хотел обмануть. Иди отсюда, Макс. Даже настоящее мороженое за настоящие деньги я теперь тебе не продам. Вот и помогай после этого друзьям. Обманщик. Сёма, привет. А ты чего здесь стоишь? В такой холод-то снег идет. Ты что, мороженое продаешь? Привет, Риви, продаю. Я совсем не замерз. Хочешь мороженое купить? Да ты что, Сёма? Нет, конечно. Я мороженое зимой не ем. Тем более на улице. Потом будет горлышко болеть. Этого ни в коем случае нельзя делать. Это что же получается? Кому я продал мороженое, заболеют? Да 100%. Ух ты! Какая же красивая елочка! Нет, но это надо же, а я на вызов иду. Целая куча вызовов. Ну какие-то балбесы пообъедались мороженое и теперь заболели, а мне лечи их в праздничные-то дни. И где же это они могли мороженое-то купить? Зимнее-то время. Ох ты, что я вижу! Молодой человек, и что это я вижу? Это кто здесь незаконным образом в зимнее-то время в предпраздничные дни продает мороженое? Здравствуйте, Изольда Викторовна. Я просто хотел заработать себе на подарок. А больше всего дети любят мороженое. Значит, они его будут покупать. Молодой человек, ты что, оголбелый что ли? На улице зима, мороз, снег идет, а ты здесь снегом торгуешь, образно говоря. А ну-ка давай прикрывай свою лавочку. А как же мой подарок, моя мечта? А как же мой подарок, моя мечта? Посидеть дома, отдохнуть. А вот из-за тебя мне теперь придется на вызов бежать. То к одному, то к второму заболевшему. Вон, лучше бы шоколадками торговал. Их дети тоже любят. Изольда Викторовна, я Сёме то же самое говорю, что нельзя зимой кушать мороженое. Можно серьезно заболеть. Да ладно вам, понял я, понял. Больше не буду продавать мороженое. Оставлю это дело на лето. Ну вот, то-то же, а то гляди мне, родителям все расскажу. Не надо родителям, не надо ничего рассказывать. Я уже ухожу домой. Подпишись и лайк поставь, на колокольчик ты нажми.